хочешь накормить американского мужа быстро и без забот, за 5 минут открываю лайфхак. Большой секрет от русской жены. Открываешь морозильник. Немножечко шумишь. Достаешь волшебный пакетик, который называется «Русские пельмени». Абсолютно любому американцу нравятся русские пельмени, но ты не купишь их в обычном магазине, а можешь купить только в русском магазине или в европейском. Так что не теряй это видео. Это видео всегда тебе поможет накормить американского мужа. К пельменям чаще всего в Америке подается кетчуп, сметана, уксус и horseradish. О-о-о, а вы знаете, что такое horseradish? Horseradish – это абсолютно тоже новый соус, который в основном используется только в Америке. Это редька с майонезом. Тоже прикольно. Приятного аппетита!